Главной темой очередной еженедельной планерки в администрации стал вопрос о предложении инициативных групп по улучшению транспортного обеспечения населения по маршрутам регулярных перевозок. По результатам работы совместно с перевозчиками и депутатами ЧГСД инициативными группами были сформированы 5 предложений. С 3 по 15 июня на портале «Открытый город» будет размещено голосование, в котором смогут принять участие горожане, зарегистрированные на сайте. По результатам голосования будут внесены изменения в документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе Чебоксары. Предложение, как было отмечено, с сегодняшнего дня будут размещены на портале «Открытый город». Прошу горожан принять участие. Изменения будут внесены только по результатам голосования. Также на планерке обсудили подготовку проведения «Молгород-2019». Форум будет проходить с 8 по 13 июня на базе отдыха «Буревестник». Основная тема 11-го форума «Молгород-2019» – 150-летие города Чебоксары. Также участники форума рассмотрят такие темы, как национальные проекты, площадка культуры и творчества, тематика проектной деятельности и добровольцев в городе Чебоксары. Проведя анализ прошлых лет и приняв предложение участников форума, в этом году день участников форума начнется с общей лекции пленарной секции. Основными образовательными программами форума являются 5 площадок, которые мы видим на экране. Это «Карьера и трудоустройство», «Мой город Чебоксары», «Культура и творчество», «Развитие малого предпринимательства» и «Гражданская активность». Вторая половина дня будет посвящена профильным мастер-классам по представленным тематикам. Еще одной немаловажной темой стал вопрос о внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, вступающих в силу с 1 июля 2019 года. С 1 мая текущего года президентом Российской Федерации были подписаны 3 федеральных закона, которые вносят изменения в федеральный закон о контрактной системе. Это законы 69, 70 и 71 ФЗ. Основной массив изменений вносится в федеральный закон номер 71 ФЗ. Увеличены суммы НМЦК короткого электронного аукциона. Начальная максимальная цена контракта короткого электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок увеличена с 3 миллионов до 300 миллионов рублей. А при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сноса объекта капитального строительства до 2 миллиардов рублей. Также на собрании поздравили с уходом на заслуженный отдых Валерия Гладкова и наградили медалью за многолетний и добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства. Алексей Ладоков и Евгений Кадышев лично поблагодарили его за успехи, достигнутые в трудовой деятельности в городе Чебоксары. Анна Гаврилова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.